Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazine проведу видеообзор Walker Tsurubita Pencil. В линейку модели Tsurubita Pencil входят три приманки, и наиболее крупной из них является 80-ка. Ну, как вы поняли, длина приманки составляет 80 мм. Заявлено, что она весит 8,5 грамм, но у меня эта приманка находится в трех экземплярах, и каждый из них весит 7,2 грамма. То есть на грамм с небольшим легче, чем заявлено. Данный Walker в воде занимает вот такое вот положение, где-то под углом 25 градусов. Ну и соответственно он неплохо ловит при небольшом волнении. Ну, понятно, что когда на реке сильная волна, делать с вокерами на ней особо нечего. А вокер тихий, то есть не издает никаких звуков, шумов и тому подобное. А выпускается более чем 15 цветах. А есть как в натуральных цветах. Вот у меня было до этого два Walker в натуральных цветах. И вот не так давно взял себе в цвете Fire Tiger. Оснащен Walker двумя очень острыми и классными тройниками. Тройники данные меня никогда не подводили еще пока. То есть ловил я на Walker, ну, единственное, в натуральных цветах и щуку, и окуня. И, соответственно, отличная по качеству заточка у данных тройников. Ну и вообще, Walker этот один, наверное, из лучших среди всех Walker'ов. То есть он довольно-таки легок в освоении. Главное подобрать правильную палку, чтобы она у вас не проваливалась, например, на рывках. Рывки должны быть равномерные. Вот такие вот монотонные, частые, ну и тогда Walker рисует красивую змейку. То есть чуть-чуть стоит потренироваться у берега, поймете, какие должны быть рывки по амплитуде, ну и дальше просто монотонно выполняете эти рывки, и Walker, рисуя красивую змейку, привлекает рыбу. Ну, Walker'ы великолепно ловят рыбу. Чайки, кстати, очень часто пытаются атаковать Walker'ы. Очень интересная и зрелищная ловля. То есть часто там щука выскакивает, пытается съесть данный Walker. Но эмоции просто зашкаливают в данные моменты. Данный Walker входит в среднюю ценовую политику, то есть у компании Tsurubita довольно-таки демократичный ценник на продукцию, поэтому данный Walker могут себе позволить как рядовые рыболовы, так ну и более состоятельные рыболовы. Рекомендую обратить внимание на данный Walker. Ну и соответственно зрелищная рыбалка вам будет обеспечена. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.